подлодкой. Ух ты, блин, там жерех. Вот это он меня обрызгал. Фрикцион весь размотал. Фу. Вот это брызнул. Всем привет. У нас поклевочка утренняя. Ну такой, 35 днем есть. Но мы его отпустим. Нам щучки не нужны. Тем более из-за такой не хочется на берег бежать, подвешивать ее куда-нибудь. Мы ее отпустим, если она брыкаться не будет. Все, отпустили. Да, кстати, на вот такую акву на 3,5 метра где-то он ныряет. Вот с такой интересной лопатой, даже не знаю, это не седловидная, а как ложка. Ух ты, как кто-то брыкнулся рядом. Вот такая красивая лопаточка. Хороший воблерок, уже покусанный весь. Рыбка его любит, и судак, и щучка. Ну, а мы поехали дальше. Только я успел поставить перламутровый, как я его называю. Китайский маленький крэнк такой. И сразу же поклевочка на него. А глубина у нас 6,4. Но что-то мелкое. Зараза идет быстро, почти не сопротивляется. Что опять выкидывать? Ну, кто там, покажись. Судачок, ну совсем мелкий, совсем маленький. Судачишка, вот как ты так позарился, а? Ставлю большие приманки, ничего не клюет. Сегодня целый день плавал с большими приманками. Ну, не день, а утро все. Ни одной поклевки. Щеренок один был. Поставил маленькую. Судачишка. Судачишка позарился. Так, один крючочек остался. Все, убежал. Блин, глубина 6,5 метров. А клюет мелочь. Поехали дальше. Ну, друзья, опять очередной захват земли. Ну, наверное, с полкилометра береговой линии кто-то опять, наверное, выкупил. И вот раскорчевывает, пляжи делает. Так что опять очередное местечко отобрали у простого народа. Хорошее было место. Ой, ребята, такое ветрище, а у меня тут поклевка. И что-то там знатно давит. Надо приготовиться. Блин, как ветром тянет, а. О, судачишка килограммовый. Ха-ха. О, хороший судак. Зачетнейший. Так, а его ж надо куда-то сразу в воду. Вот такой красавец. Отключаюсь, ребята. Буду спасать его срочно. Не успел я отплыть от берега. У меня кто-то... Тут очень жестокие ребята. Офигеть. А сердечко заколотилось, было не сдвинуть. Да и сейчас. Только выкачиванием подтягиваю. Хорошо, что второй спиннинг не успел зарядить. Слушайте, идет очень туго. Кто же там?
подлодкой. Подлодкой. Ух ты, блин, там жерех. Вот это он меня обрызгал. Фрикцион весь размотал. Фу. Вот это брызнул. Даже на камеру. Нифига себе. Там жерех под трешку или под четыре. Опять размотал. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, боец. Обалдеть. Кошмар, не поднять. Не поднять его. Слушайте, он давит и давит. Давит и давит. Обалдеть, вот это боец. Вот это боец, а. Ну не сойди только, не сойди. Такой боец достойный, а. Ты смотри, мотает, а. А, там пятерка, наверное, жерех. Слушайте, ну что-то с чем-то. Когда ты, родной, устанешь? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нифига себе. Вот это да. Ах. Ой, там пятерка, блядь, если не больше. Это пятерка. Это пятерка, жерех. Обалдеть. Обалдеть. Все, ребята, отключаюсь. Надо срочно его в воду. Кстати, жерех попался вот на бандита. Вот такого серебристо-блестящего. Метра на три, наверное, ныряет всего лишь. Ой, кошмарный бой дал мне жерех. Где он там у меня? Вон там где-то. Слушайте, ну там просто машина. Просто машина на 5 килограмм. Фу, знатный бой. Надеюсь, что-нибудь в камеру попало. Ужас. Ну, друзья, довез я его до берега. Бойца. Ну, больше 5 килограмм-то. Вот такой красавчик. Сейчас я его подвешу. Килограмм 6, наверное, точно есть. Вот такой пузатый красавец, а. О, даже не поднять. Ну, вот такой монстр, а. Вот боец. Кошмар. Ну, на видео будет видно, он фрикцион у меня разматывал много раз. Просто монстр. Это мой рекорд, наверное. У меня жерех был 3700, наверное, самый большой. А это вот, ну, больше пятерки точно. Мощная машина. Фух, рекорд. А у меня опять хорошая поклевочка какая-то. Ух ты. Поддавливает кто-то. Кто-то давит. Глубина 5,1. Такое солнышко у нас яркое. И глушиться нельзя, потому что сразу закрутит нас. А второй спиннинг не сматанный. Поэтому попробуем так вытащить. Ай,
Такого судачка мы отпустим, даже в подсак брать не буду. У нас сегодня жерех зачетный был, так что вот 500 грамм, ну не 500, грамм 700, наверное. Такого мы отпустим. Ну красавчик. Так, заглушимся. Сейчас попробую его на липгрип взять, да померить. Но я думаю, что маловат он. Опа. Так, сейчас мы его отсоединим. Так, попался на, кстати, на Strike Pro 4-метровой глубиной ныряет. Сейчас покажу вам. Вот такой голубенькая спинка и рыженький брюшко. Так, у нас тут мерная линейка. Вот, кстати, лайфхак или лайфхак-хак. Короче, вот здесь у меня отмечено 35 сантиметров, 32 сантиметра щука, 40 сантиметров судак. Но вот он только-только 33 сантиметрика. Ну вот грамм 600-700 в нем, наверное. И пойдет плавать. Опа, сразу на дно пошел. Вот таких 700 граммовых отпускаем. Ну, в нем 33 сантиметра всего лишь. Малыш. Вот на такой воблерочек. Золотистый. Вот жерех у меня почти на золотистого взял. И вот солнце ярчайшее. И вот жерех тоже у меня. То есть и судачок вот тоже на такой блестящий воблерок. Strike Pro. Сейчас еще даже прочитаю, как он тут. Challenger 87 длина у него. Вот такой красивенький. Ну, а мы поехали дальше. Ну, у меня кто-то решил поменять воблерочки. Зашел на мель. По дну бам-бам-бам-бам-бам. И кто-то... Кто-то со дна бам-бам. Ха-ха! Вот такой монстр. Фу, блин, зараза. Не брызгайся ты. Вот откуда он взялся? Откуда он взялся, этот монстр? Хоть бы отцепился сам. С хвоста атаковал. И этот догнал он, значит. То есть я подматывал, а он на полном ходу еще и сзади бахнул. Буду отпускать малыша. Вон, смотрите, какие здесь еще корабли красивые, большие. Видно, не видно, не знаю. Большой такой корабль. На фоне заката.